20 марта стартовал ежегодный на основании приказа Министерства образования Республики Дагестан профессиональный конкурс преподавателей дошкольного образования «Воспитатель года 2017», который направлен на демонстрацию лучших профессиональных качеств педагогических работников дошкольных образовательных организаций. На протяжении 3 дней 6 воспитателей городских детских садов демонстрировали навыки работы с детьми, проявляли себя в нескольких этапах конкурса. Всей души на самом деле хочу сказать огромные слова благодарности за умение с улыбкой на лице, в первую очередь, заведующей детского сада, этому коллективу, который с улыбкой от ворот до самых дверей встречал всех и каждого в отдельности. Наряду с серьезными испытаниями конкурс дает мощный импульс как для профессионального, так и для личного роста, возможность набраться полезного опыта работы, также потренировать свои способности в работе и уверенность выступления на публику. Компетентными членами жюри оценивались выступления конкурсанток, которые проявляли себя как в театральной, так и педагогической этике. Методист по дошкольному воспитанию Камила Идикова поблагодарила всех участников за проявленную харизму и артистичность. Сегодня вы, спасибо вам, участники, что вы подняли на некоторый уровень престиж своего учреждения. Все приходит с годами, все опыта набираете с годами. И все, я надеюсь, в вас это заложено. Победителем муниципального этапа профессионального конкурса преподавателей дошкольного образования стала Хава Джаватханова, воспитатель детского сада «Светлячок». Также обладательницами призовых мест стали воспитатели детских садов «Крепыш» и «Улыбка», занявшие 2-е места. 3-е место было присуждено педагогу дошкольного учреждения «Звездочка». Я очень рада не только за себя, за наш детский сад, потому что нашему детскому саду всего лишь год. И показать такие прекрасные результаты, я думаю, что это большая заслуга не только моя, всего нашего дружного педагогического коллектива во главе с заведующей Лайлой Магомед Саидовной. Проводя конкурсы среди воспитателей детских садов, преследуют цель выявить таланты, мастерство и творческую деятельность педагога, тем самым обогащая ход работы в соответствии с современным технологиям и новейшим методом работы. Хаве Джаватхановой, победительнице конкурса, предстоит подготовка на участие в республиканском слете конкурса среди всех победителей муниципального этапа. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».